Мама игрушку унесла. Ай, безобразие, ай, безобразие. Ну что, что такое? Расстроилась так. И вдаль смотрит, говорит, туда унесли последнюю игрушку. Ну что, что? Ай, киска, хорошая киска. Не идет. О, несут, смотри, несут. Она ж тут расстроилась, аж плачет. Плачет. Я тебе чистую несу, стиранную, на. На. Ой, аж. Я их вот потрошу, потом отдам, даю им вот такие, потому что... На, вот тебе еще, на. Тряпичку, на. Скажи, я знаю, что такое тряпка, что такое игрушка. Аж завыла. Прям плачет, прям нос так, моржит. Да, я знаю. И туда вдаль смотрит. Игрушки для нее это так важно, мне так нравится. Кучу все собрать. Ой, да, я тебе потом еще настираю. Да. Разговорилась, от радости. Села. Писать. Нет? Не, не, не. Не, она может пописать, пометить мое, все. Все? Довольна ты? Да. Ой, слава тебе. Все, три метра пробежала, запыхалась. Да, так она когда набегается, у нее просто все. Так им нельзя бегать, они да, же не бегают. Они ближе, чем это, дальше чем 25 метров не бросаются за добычей, не подкладываются. Да это эти вот все байки рассказывают, что им там бегать где-то. Ой, надо, ага, фитнесом заниматься. Ну скажи, надо лежать 20 часов в сутки и кушать вкусно. Да, больше ничего не надо. Говори, что если не сафари? Я, у меня мысль-то, кстати, у меня мысль сафари ежиное мы сделаем. Ежики в сафари, сафари ежи. Так, ты что делаешь? Собираешь там? Поролон собирает. Даша! Вадим Гоша. Таких-то кусков, конечно, тебе ничего не будет, но лучше бы не ели. Главное, чтобы не собрались они. Да? Постелите. Дашке не отдавай, заберет игрушки-то. Сколько счастья ребенка, да? Да, что надо-то, вот. Подружки не надо. Надо клич все-таки кинуть сегодня. Может, я уже все свалки объехал. Что-то не могу нигде найти. Надо 12-й покрышки и меньше. Эй, ты крошка моя, крошка. Лапа такая. Тянет. Попрошайка игрушек. Даша. Даша, у тебя покрышки. Даша. Ну что ж он мне эту игрушку не дает? Да? Ну ты довольное лицо сразу сделала. Ты плакала, расстраиваешь. Мама не обидит никогда. Ты че? Машинка стирать не успевает игрушки. Дождется. Дашка, мне кажется, это самое. В момент выберет, стащит. Как это подойдет поближе, так вот тащит. Надо тебе сделать решетку, чтобы Дашка не могла тащить и тебя. Из-под решетки снизу тащит. Ну так я и про то, и она везде утащит, в любом. Так что... Будем готовить ежиное сафари. 6 тысяч с человека. И сафари. Хищники же, ежики. Расскажем, что им надо двигаться по сафари. Обязательно. И пускай бегают. Утку видели, куда я пустила? Дурят же людей. Почему?